Двое подростков пострадали минувшим вечером в результате взрыва в селе Белцать Еловенского района. Они нашли в лесу снаряд и пытались его разобрать у железнодорожной станции. Он сдетонировал. Спасателей вызвала местная жительница. На место взрыва прибыли полицейские, врачи и саперы Министерства внутренних дел. Мальчиков в тяжелом состоянии доставили в столичный институт матери и ребенка. По предварительной информации, снаряд 47-го калибра был произведен в Германии и, скорее всего, сохранился со времен Второй мировой войны. Ведется следствие.